Саша, спасибо большое за интервью. И еще раз поздравляем вас с главной ролью в новом фильме. Спасибо. Многие хотят оказаться на моем месте, но не все готовы верить в свою мечту и идти за ней до конца. С самого детства я мечтала только об одном – стать актрисой. Саша, не мечтай, делай уроки. Именно поэтому после школы я решила поступать в театральный. Комиссия сбросила меня на последнем туре. Спасибо. Следующий. И в этот момент мне стало не о чем мечтать. Я чувствовала себя совершенно потерянной. Зачем ты поступил в педагогический? Бортич, вас это совсем не интересует? Да, вы правы. Это все не мое. Поэтому я ушла. Да, я пошла работать официанткой. Целый год я убирала грязную посуду, протирала столики. Работала по 14 часов в день. Пока однажды... Пока я не почувствовала, что просто предала свою мечту. И тогда я поняла, мечты существуют не просто так. Они живут у нас для того, чтобы мы боролись за них. Чтобы верить в свою мечту, идти к ней, несмотря ни на что. Потому что только это дает... Спасибо, достаточно. Приходите завтра в это же время. Будет режиссер. Ведь только поверив в свою мечту, можно найти в себе силы осуществить ее. Мечтай с открытыми глазами. Якобс Аромагия. Купи кофе Якобс. Мечтай и выиграй свою неповторимую кружку на якобскофе.ру.